Как вы относитесь к тому, что сейчас действует запрет на алкоголь? Положительно. Да, все, и на слабоалкоголку, и на крепкий напиток. Положительно, здорово. Спасибо. Я только рад. По моему мнению, как бы это правильно с точки зрения того, что сейчас у большого количества людей большое количество оружия. Соответственно, не у всех крепкая нервная система, и могут быть какие-то последствия. А ну правильно, почему нет? А почему? Алкоголь нужен сейчас, что все напивались. Я считаю, конечно, правильно. Ну, во-первых, я сама не употребляю алкоголь, поэтому для меня это как бы не особо. Но тот же вопрос не личный, как бы, а именно конкретно, чтобы не пили пока военное положение, в связи с военным положением. Ну, это логично. Нужно быть сейчас в здравом уме, в трезвой памяти, чтобы адекватно реагировать на какие-то возникающие ситуации. Поэтому, ну, конечно, не время сейчас пить. Я поддерживаю. Против продажи алкоголя на данный момент. Почему? Потому что в стране война. Сейчас действует запрет на продажу алкоголя. Как вы считаете, правильная ли эта инициатива? Ну, полностью нет. Ну, допустим, выходные можно людям разрешить. Ну, чтобы люди посидели дома, расслабились, ну, без фанатизма. Есть вот два варианта послабления. Да, это как бы алкоголь выходные, второй слабоалкоголка, исключительно без крепких напитков. Вот вы считаете, что какая-то из этих инициатив будет правильной? Ну, энергетик, я думаю, вообще чего запретили, я не знаю. Энергетик нормально. Допустим, если вот где-то есть работа, там пацаны, ну, работают на стройках, там, господи, вышел себе в обед баночку энергетика, это нормально. Спасибо. Скажите, сейчас действует запрет на продажу алкоголя. Поддерживаете ли вы эту инициативу? Поддерживаю, потому что не пью никогда сам. Вообще не употребляю. Ну, вот вы не употребляете, есть же люди, которые употребляют конкретно вот то, что запрет продажи во время военного положения. Да, лучше, конечно, быть трезвым в уме, чем ходить и потом совершать какие-то нехорошие поступки. Скажите, а вы поддерживаете запрет на продажу алкоголя в военное время? Абсолютно, 100% поддерживаю. Почему? А зачем, чтобы были еще алкоголики здесь? Не нужно. Спасибо. Спасибо. Конечно, поддерживаем. Почему? Ну, потому что алкоголь разрушает психику человеческую. Вот. Приводит к разным непонятным поступкам. Ну и так дальше. Вот. Я думаю, что мы должны сегодня здраво мыслить, не мутить разум разными препаратами, алкоголем и так дальше. Поддерживаете запрет на продажу алкоголя в военное время? Ну да, да. Полный? Или вот говорят, что какие-то будут полумеры, там, либо в выходные дни, либо только слабоалкоголка? Ну, скорее всего, что полностью. Полностью? Да. Да. Почему? Ну, это может повлиять как-то на состояние людей, которые как-то будут себя вести неправильно. Потому что уже были инциденты, когда люди выпивают и, ну, скажем так, плохо себя ведут.